Программа «День с толком» в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Главная цель визита Андрея Турчака в Алтайский край. Рассказываем о глобальной программе газификации в регионе. Бесплатные лекарства от коронавируса. Почему пациенты, лечащиеся на дому, не могут их получить? Скрывался от суда, потому что прихватило сердце. Что теперь грозит жителю Ребрихинского района, который якобы сбывал кондитерский мак? Главная новость этого дня. Обязательную вакцинацию от коронавируса вводят в Алтайском крае. Такое решение принято сегодня на совещании у губернатора региона Виктора Томенко. В перечень, кому надлежит поставить прививку, вошли работники почти 20 сфер. Постановление вступит в силу с 27 июля. Об этом и других событиях недели расскажет Анара Шагирова. Сегодня в регионе привито меньше половины населения. По словам главного санитарного врача края, этого недостаточно. Работодатели обязаны привить не меньше 60% сотрудников. Так, численность попадающих под обязательную вакцинацию составит 174 тысячи человек. Это работники торговли, образования, здравоохранения, ЖКХ и других сфер. Пока в список не входят студенты. Полный перечень вы видите на своих экранах. Отметим, что для предприятий будет выделено специальное время или организованы выезды. До 22 августа мы должны привить первым компонентом и до 19 сентября вторым компонентом. То есть сроки в постановлении определены. И в рамках постановления ответственность за организацию и исполнение постановления возлагается на работодателей. Накануне обсуждался вопрос о проведении сентябрьских выборов в Госдуму и региональный парламент. Контроль за ходом голосования усилят. Организуют онлайн-видеонаблюдение, видеофиксацию, документы будут храниться в специальных сейфах. А в условиях эпидемии будет действовать уже отработанный санитарно-эпидемиологический режим. Это и маски, и средства дезинфекции, а также проветривание помещений. Особое внимание накануне уделили и теме присвоения Барнаулу звания города трудовой доблести. Ее особую значимость подчеркнул и Андрей Турчак, сенатор Российской Федерации. Самое важное, что решение по представлению заявок на эту номинацию принимают люди. Вот. И здесь в Барнауле было обеспечено народное голосование. Всего приняло участие порядка 180 тысяч человек. Это говорит о многом. И главное, о чем это говорит, о том, что за счет вот этого проекта мы смогли еще и вернуть к исторической памяти молодое поколение. Напомним, указ о присвоении Барнаулу звания города трудовой доблести был подписан президентом 20 мая этого года. Во время Великой Отечественной войны на Алтай было эвакуировано около 100 предприятий, из них 14 крупных в Барнаул. Кстати, на звание города трудовой доблести претендуют еще 3 алтайских города. К ним относятся у нас, естественно, Бийск, Новоалтайск и Рубцовск. Мы все три города будем представлять на присвоение им статуса. По максимуму отработаем, подготовим все документы и, естественно, будем сопровождать в случае каких-то уточняющих вопросов со стороны Академии наук или следующих инстанций, где будет этот вопрос рассматриваться. Где будет стоять стела «Город трудовой доблести», станет ясно уже скоро. Сегодня рассматривается 11 мест из предложенных барнаульцами. Среди них Нагорный парк, площадь Октября, проспект Строителей и другие. Анара Шагирова, Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. Не все пациенты, которые лечатся от коронавируса дома, могут получить бесплатный набор лекарств. Наш зритель из Новоалтайска с положительным тестом на ковид обратился в больницу, чтобы ему выдали препараты, но там ему сказали, что их нет. И тогда лечение от коронавируса обходится человеку в круглую сумму, так как изначально сообщалось, что стоимость комплекта лекарств на одного пациента около 8 тысяч рублей. Напомним, бесплатные лекарства для больных коронавирусом выдают в регионе с конца 2020-го. Жаропонижающие, противовирусные, гормоны, коагулянты. Причем такому пациенту доступны лишь препараты от самой инфекции, а не от хронических заболеваний, которые могут обостриться на фоне ковида. Больной мог получить лекарство, вызвав скорую, либо в больнице через крупный фильтр-бокс.
В Минздраве нам сообщили, что в связи с подъемом заболеваемости запас препаратов значительно уменьшился. И так как в городах и в районах края эпидобстановка разная, где-то возникает дефицит. В таком случае ведомство перераспределяет лекарства между медорганизациями. Добавим, что сейчас проводят закупку препаратов от коронавируса почти на 11,5 миллионов рублей. В ближайшее время закупят еще одну партию. Если у вас возникла проблема с получением бесплатных лекарств, можете обратиться по телефонам, которые видите на своих экранах. Свыше 100 тысяч домов и квартир в Алтайском крае будут газифицированы до конца 2022 года. Голубое топливо подводят по программе догазификации, которая принята по поручению президента России. В селе Точильное Смоленского района по этой программе уже начали подключать первых потребителей. По этому случаю даже приехали высокие гости. Подробности у Валентины Аскеровой. Газ пошел! У жителей села Точильное Смоленского района праздник. Наконец-то появился газ. Голубое топливо подвели по программе догазификации к 55 домам. На уголь и дрова у сельских жителей уходило порядка 20-25 тысяч в год. Стоимость газа почти в два раза дешевле. Мы конкретно, соседи у нас то подключили. Все убирают печки, делают отдельные котельные. Водопровод в доме, тепло в доме. Ничем не хуже, чем в городе. Не было в проекте меня. И до забора мне не довели. Мужчину заверили, что топливо дойдет и до его дома в следующем году. К слову, общее количество домовладений, где планируется подвести топливо, 315. Вот только домов в Точильном в два раза больше. Второй этап. Будем газифицировать заречную часть. И там как раз вот эта вторая половина должна быть газифицирована до конца следующего года. Кстати, если газ жители подводят бесплатно, то газовое оборудование люди покупают за свой счет. Но льготники могут рассчитывать на компенсации. В ближайшее время депутаты Алтайского парламента разработают соответствующий закон. Необходимо набор оборудования, значит, котел, счетчик, газоанализатор. Со всеми разводками, установками и прочим сейчас уже можно уложиться там 100 тысяч рублей. Из которых либо 50 тысяч компенсируют, либо 75, либо полностью под ноль. В Алтайском крае в настоящее время газифицировано 140 населенных пунктов в 86 муниципальных образованиях. Довести газ до каждого жителя, по нашим оценкам, требуется примерно газифицировать 103 тысячи домовладений или квартир. То есть к сегодняшним 137 добавить 103. Сделать это рассчитывают к концу следующего года. Кстати, участие в программе дегазификации носит заявительный характер. Виктор Томенко отметил неактивность жителей. Заявку подали всего 1000 человек. Елена Кузовкина, Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Мужчине, которого подозревают в убийстве участкового в барнаульском поселке, предъявлено обвинение. Уже судимому ранее за убийство ему грозит срок от 12 лет тюремного заключения. Напомним, вечером 14 июля участковый на служебном автомобиле приехал в поселок Ганьба. Он должен был вручить мужчине повестку о явке к правоохранителям. Далее, по данным следствия, житель попросил участкового его подвезти. Сидя на заднем сиденье авто, рецидивист выстрелил в полицейского, затем поджег машину и скрылся. Расследование продолжается. Скрывался от суда, потому что прихватило сердце. Жители Ребрикинского района объявили в розыск после того, как он пропустил несколько заседаний. Как утверждает сам подсудимый, он даже физически не мог присутствовать на процессе. Подробнее о странном деле расскажем в сюжете. Этого мужчину в шутку можно назвать наркобароном. Пару лет назад предпринимателя взяли за кондитерский мак, который он вез из Казахстана вместе с другими продуктами в свой магазин. Теперь Сергею и двум продавцам грозит серьезный срок, якобы за сбыт наркотического вещества, видимо, сладкоежкам. По этому делу прошло уже порядка 40 заседаний. Последние Сергей пропустил. Дело в том, что мужчину госпитализировали с гипертоническим кризом. Стационар, потом кардиологический диспансер, почти два месяца на больничном. При этом, утверждает мужчина, каждый раз он предупреждал о своей неявке. У нас, допустим, 18 числа заседание, 17 числа секретарь судьи центрального района мне звонит и говорит, что вот как у вас здоровье? Я говорю, вот я нахожусь в стационаре, можете явиться? Нет, не могу. Я нахожусь в стационаре, мне спрашивают, где я? Я говорю, там-то, там-то. То есть все хорошо, мы будем делать запрос.
В итоге 18 июня Сергея объявляют в розыск, так как он якобы скрывался от суда. Об этом он узнал в больнице. Недавно дело рассмотрели в суде Центрального района, сегодня в Краевом. Сергей уверяет, что предоставил в суд все документы, которые доказывают, что он не мог прийти в суд, но... Постановление Центрального районного суда города Барнаула от 18 июня 2021 года в отношении Сиренко Сергея Викторовича оставить без изменения, апелляционные жалобы адвоката и подсудимого без удовлетворения. Был на больничном, но ходить-то мог и не приехал. Теперь, по идее, Сергею грозит заключение под стражу. Однако после заседания мужчина так и не понял, что ему теперь делать. Постановление вынеслось, и мне сказали, все, свободен, иди. То есть, и я не могу понять, что мне делать. Если я сейчас отсюда ухожу с суда, значит, получается, что я еще и от краевого суда скрылся. Либо мне идти... Мне как пояснили в секретариате, да, что идите в милицию и скажите, что вот я такой-то, в какую милицию, с меня кто будет искать и что мне вообще делать. То есть никто не знает, чего сейчас, что произошло, если мы в течение часа ходили, выясняли по канцеляриям, что нам дальше делать. Обострилось все в последнее время, потому что видим, что происходит. Да и у меня, абсолютно здорового человека, я не смогла до конца ребенка выносить, получается, на всем этом. Каждый день как на пороховой бочке сидишь. От каждого реально шума, какого-то стука вздрагиваешь и с опаской двери открываешь. Потому что как бы я понимаю, что это решение суда, вступившее в силу, и рано или поздно за ним придут. Теперь семья намерена обращаться в кассационный суд в Кемерово. Дальше готовы дойти до Верховного суда. Неоднократно у нас «Новая газета» писала, как бы на связи постоянно с главным редактором. Поэтому я это так просто не оставлю, если его даже закроют. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. У Барнаула появится новый герб. Такое решение приняли на совещании в администрации краевой столицы. Тот герб, который существует сейчас, официально не признан экспертами, так как нарушает требования геральдики. Что смущает специалистов и как может выглядеть новый символ? Далее. Коня нужно убрать. Таково решение экспертов по геральдике. Белоснежный конь, который парит над доменной печью на гербе Барнаула, не соответствует требованиям. Так как он элемент государственного символа теперь уже другого региона. Мы сейчас не являемся частью губернии Томска. Никакого отношения к ней не имеем. Нужно просто по геральдическим традициям убрать из герба города Барнаула, которым является доменная печь, и с изображением на фоне гор серебряного коня. Этот герб Барнаул носит с 1846 года, а в 1917 Алтайский край вышел из состава Томской губернии. Но о смене главного государственного символа заговорили лишь сейчас, когда в Барнаул установят стелу «Город трудовой доблести». На ней должны изобразить и узаконенный герб. Поэтому в ближайшее время мэрии предстоит много работы – разработать и утвердить новый символ. Ответственное мероприятие, ну очень. Ну и почетное, ответственное и почетное. Тем более, что действительно у нас есть и 300 лет, и есть. Но мы же с вами идем постоянно с вами вперед, мы же развиваемся. Появиться должен герб, которым будет гордиться барнаулец. Мы его должны заказать, профессионалы его должны будут подготовить, а потом мы приблизимся к его обсуждению, ну или даже голосованию. Так что, вероятно, новый герб выберут и сами жители краевой столицы. Какие элементы будут в новой версии, пока неизвестно. Кстати, возможно, на нем появится корона. Но к коронавирусу это не имеет отношения. Это будет символом административного центра. В любом случае, эскизы только начинают разрабатывать. Дмитрий Дроздов, «День с толком». В Барнауле появился новый арт-объект – аллея победителей Шукшинского кинофестиваля. Ее создали во дворе усадьбы Государственного музея истории, литературы, искусства и культуры Алтая и открыли накануне дня рождения Василия Шукшина – 25 июля. Уже нет тех людей, которые работали с Шукшиным, которые были близки ему в том количестве, в котором они приезжали когда-то на Шукшинские дни на Алтае. И те люди, которые имели и имеют отношение к организации Шукшинского кинофестиваля, навскидку не назовет все фильмы победителей, и каждый из нас тем более. Поэтому замечательно, что они будут увековечены таким образом, чтобы любой желающий мог посмотреть, вспомнить, а при необходимости пересмотреть.
Композиция состоит из небольших каменных плит с именами режиссеров и названиями фильмов, ставших победителями Шукшинского кинофестиваля с 1999 года по 2020. Афанасинок, коронки не отпали? Тута, тута. А руку-ногу сломаешь, так обращайся ко мне. Ху! Война-то кончилась. Что теперь с нами-то будет, а, Андрей? Не знаю. Интересно, сынок, а какая у тебя мечта? Я же говорю, спортивная машина. Это неправда. Это же всего лишь твое желание. А у тебя имеется самая заветная мечта. Памятные знаки во дворе Гмилики будут появляться с новыми победителями кинофестиваля. А до конца этого года на территории музея еще один арт-объект с художественной мозаикой на шукшинскую тему выполнит ее мастера Колыванского камнерезного завода. Обновить вещь, сделанную несколько тысяч лет назад. На днях на Алтай после реставрации вернулся меч времен скифов, который обнаружили в Тюменцевском районе еще в 2008 году. Анара Шагирова продолжит тему. Этот меч держал в руках человек, живший еще в VI веке до нашей эры. Правда, его имя и судьба самого сломанного оружия так и останутся исторической загадкой. Совсем недавно ценный экспонат Гмилики привезли из Москвы, где 10 месяцев его реставрировали. Из Москвы пришлось везти просто поездом, поскольку самолет в Москве там ни с кем не договоришься. И даже в поезд, тут мы с коллегой, с Алексеем Ручком везли, даже входя в метро, входя в ЖД вокзал, каждый раз доставали документы и начиналось все заново. А вы кого здесь хотите победить и зачем это вам, и так далее, и так далее. А нашли меч в Тюменцевском районе еще в 2008 году. Тогда тракторист во время полевых работ даже не догадался, что ржавая железяка всколыхнет мировую археологию. Подтвердят это и ученые. Навершие, выполненное в виде парных голов грифонов, и рукоять золотой проволокой – часть скифской культуры. К нам приезжали исследователи из Канады, из Японии, специалисты по оружию, причем не средневековому, а именно доисторическому оружию. И вот в частности канадский ученый сказал, что такой сохранности, такой длины лезвия 80 сантиметров, таких мечей примерно 10 в мире. И ближайший к вам находится в главном музее Египта, в Каирском музее. Время не пощадило металл. Острие меча утеряно. Правда, непонятно, то ли во время боя, то ли так и осталось в земле. Теперь же столь ценный экспонат войдет в экспозицию музея «Культура древних народов Алтая». Анара Шагирова, Алексей Фризин. День с толком. У меня на этом все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке в социальных сетях. Напоминаю, телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компании «Эвалар». До встречи в эфире и хороших вам выходных.